Высшая школа Организации управления здравоохранением составил индекс эффективности систем здравоохранения всех субъектов Российской Федерации. Среди лидеров Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Кировская область и Чувашия. Ранжирование происходило на основе четырех показателей. Главный показатель – ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Анализировались валовый и региональный продукт, возможность населения платить за медуслуги из своего кармана, госрасходы на здравоохранение, а также уровень потребления крепкого алкоголя на душу населения.